Здравствуйте, меня зовут Николаева Ольга Владимировна, я учитель физики МБУ гимназии поселок Нижняя Бурана Полтавского района. Я хочу вам сегодня показать свой лайфхак, как провести физический диктант во время дистанционного обучения. Для того, чтобы провести физический диктант на дистанционном обучении, я воспользовалась Google формой. Я захожу в свой аккаунт, выбираю Google диск, нажимаю «Создать» и из выпадающего списка я выбираю Google форму. Но в связи с ограничением времени я просто продемонстрирую последний вариант, созданный мной, физический диктант для семиклассников по теме «Давление твердых тел и жидкости». Вопросы создаются достаточно просто и интуитивно, все здесь понятно. Есть вопросы с выбором ответа, а есть где нужно вписать ответ. Далее я нажимаю «Отправить», копирую ссылку и отправляю через WhatsApp в группу для семиклассников. Дети проходят по ссылке, и у них появляется вот такая страница. Дети обязательно записывают свои фамилии, отмечают класс и далее отвечают на вопросы, которые я им сформулировала в Google форме. Потом они нажимают «Отправить», а я у себя фиксирую уже ответы детей. У меня получилось 56 ответов. Некоторые отвечали по несколько раз. В результате это выдается в виде диаграмм, в виде столбчатых диаграмм. Это те вопросы, где нужно было вписать ответы. И в виде круговой диаграммы – это те вопросы, на которые нужно было выбрать ответ. Просто. Но мне удобнее все-таки пользоваться таблицей. Я нажимаю вот на эту зелененькую штучку Excel. В данной таблице у меня появляются ответы детей. Красным цветом я выбираю неправильные ответы. Я уже вижу, фиксирую, сколько всего правильных ответов, сколько неправильных ответов. И уже начинаю анализировать. И делаю вывод, что необходимо делать дальше, на что лучше обратить внимание, почему получились такие неверные ответы. Делаем работу над ошибками с детьми. Вот так легко можно провести физический диктант. Спасибо всем за внимание. Надеюсь, мой опыт работы в Google форме кому-то покажется интересным. Желаю всем терпения, творческих успехов. До свидания.